Спрос на кислородные концентраторы в разгар эпидемии коронавируса буквально взлетел. В Молдове некоторые фирмы готовы предоставить необходимое для тяжелобольных пациентов оборудование в аренду. Правда, в списке ожидания на свободный концентратор несколько десятков пациентов. Приобрести аппараты для домашнего использования тоже можно, но в этом случае придется выложить кругленькую сумму от 18 до 30 тысяч леев. С начала эпидемии коронавируса в Молдове спрос на кислородные концентраторы существенно вырос. Представители одной из коммерческих фирм говорят, что в какой-то момент они выдавали в аренду по несколько десятков аппаратов в день. В списке ожидания сейчас почти 100 пациентов, переболевших коронавирусом. Как говорят специалисты, использовать оборудование для выделения молекул кислорода в домашних условиях можно, но только по рекомендации лечащего врача. Регулируют поток кислорода, сколько литров в минуту. Чаще всего выставляют 3,5 или 4 литра в минуту. Эта женщина обратилась в фирму в надежде приобрести концентратор для своей близкой родственницы. В такой ситуации ищешь любую возможность, потому что близкий человек должен жить, а коронавирус может забрать эту жизнь. Родственники пытаются сделать даже невозможное, найти любой способ спасти близких. Аренда кислородного концентратора стоит 700 леев в месяц. Купить его можно, но в таком случае придется заплатить по меньшей мере 18 тысяч леев. Все зависит от технических характеристик. Коронавирус может вызвать поражение легочной ткани. У пациентов с осложнениями может упасть уровень кислорода в крови. Человек чувствует, что задыхается, поэтому необходимо насыщать организм кислородом. Это может длиться несколько дней, месяцев или даже годы. Максимальный поток кислорода, который можно установить в домашних условиях, 5 литров в минуту. Хотя тяжело больным пациентам и тем, у кого COVID-19 спровоцировал тяжелую форму пневмонии, может понадобиться в 2 раза больше кислорода. Концентраторы импортируют из США и Турции. 150 аппаратов были выданы в аренду. Всего компания закупила 180 кислородных концентраторов.